Фестиваль красок в честь Дня детства в Мирном собрал более 200 детей. Под зажигательную музыку юные мирненцы раскрасили одежду в разные цвета. Весь день в парке не было свободного места. Сотрудники Управления спорта, культуры и молодежной политики города подготовили площадки так, чтобы каждый ребенок нашел для себя занятие. На парковке разместились пожарные и полицейские машины. Гости могли поговорить в рацию, покататься на подъемном кране. А на площадке рядом с памятником первооткрывателям алмазной трубки «Мир» разместились местные мастерицы. Заплетали разноцветные косички, рисовали аквагрим, проводили мастер-классы. Здесь же днем прошел концерт творческих коллективов Дворца культуры «Алмаз». На спортивных площадках у нас проходили мастер-классы по боксу, по волейболу, по пляжному волейболу, по баскетболу. А наши гости из города Новосибирска, ходулисты наши, сегодня проводили там мастер-класс, как ходить на ходулях, на кузнечиках прыгать. То есть показывали, как можно сделать из длинных шаров фигурки всевозможные. 1 июня 10 детей из малоимущих семей и семей военнослужащих получили бесплатные путевки в оздоровительный лагерь «Орленок». Их администрация приобрела по программе «Социальная поддержка граждан». Дети смогут оздоровиться в летнем лагере в первую смену с 19 июня по 9 июля.